Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В Сургуте произошло возгорание в одном из кабинетов в 5-й поликлинике. Это случилось сегодня в 13:30. Людей в срочном порядке эвакуировали, но без пострадавших все-таки не обошлось. Екатерина Любишева продолжит. Возникло задымление, сработала тревога в соответствии с тем, как проводились ранние учения. Все были эвакуированы. Мы пока еще ничего не видели. Сказали, что возгорание. И все, вот выбежали на улице. Пожарные были на месте спустя 5 минут после вызова. Прибыли 6 единиц техники, 26 человек личного состава МЧС, задействовали 2 автолестницы. Привлечены 2 кареты скорой помощи и 4 экипажа полиции. Всех людей из здания эвакуировали. Там больше никого не было. Еще через 6 минут возгорание ликвидировали. Очаг находился на 3-м этаже. Сработала пожарная сигнализация. Велес? Работал? Конечно. Датчики какие? Дымовые? Дымовые. Алло. Он сработал. Каким образом тогда кабинет выжил? Так не бывает. Если он сработал, то что-то ранее стоит. Пока неизвестно, как именно это произошло, но возгорание началось в кабинете инженера по охране труда и технике безопасности. Сама она в это время была на обеде, а вернувшись, попыталась потушить огонь самостоятельно. Была одна пострадавшая в легкой степени, так скажем. Ей оказали помощь прямо на месте. Придя с обеда, она пыталась самостоятельно тушить пожар в своем кабинете. Пока тушили пожар, люди грелись в 4 автобусах, прибывших к месту происшествия. Почему нельзя нас? Мне не давали команды. Вам не давали, я не имею права. Они у нас разведка. Давайте там двери открыть, а там... Сейчас в здании работают органы дознания МЧС России. Выясняют причины возгорания и ущерб. Екатерина Любишева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Реклама на радио. Раз. Реклама на телевидении. Два. Реклама в газетах и журналах. Три. Дизайн и полиграфия. 4. Наружная реклама. 5. Рекламно-информационное агентство «5 звезд».